продолжение того видео, в котором показывал яблоневый сад. Хочу все яблоньки показать. Здесь какие-то груши, я не знаю. Жимолость. Вот это вот непонятно, что произошло с яблонькой. Листья пожухли. Они были сухие, сейчас такие влажноватые. Она вся стоит коричневая. Вот они, яблочки. Вот они, видите? Вот такие вот яблочки. В принципе, яблочек достаточно много. Несмотря на то, что деревья-то маленькие, они 1,80 м максимум. Так, на этой яблоньке нет ничего. Дальше идем. Вот там, кстати, кот сидит. Кот. Кот сидит. Значит, вот такая вот яблонька вообще. Не больше 1 м высотой. Вот такая такое яблочко на ней уже. Ну сколько здесь? Сантиметров 5, наверное, в диаметре. Вот такая вот яблонька. Вот они, яблочки. Смотрите. Это уже самые высокие веточки, они 1,2 м. Все яблони посажены 2 года назад. Вот они, пожалуйста. Благодатная земля. Смотрите, видите, какие яблоки. Что за сорт такой, не знаю. Дело в том, что даже на таких молодых яблонях растут яблоки, да? Ну вот это, вот такие вот обычно небольшие, да, яблочки растут у нас в области. Вот еще одна яблонька. Тоже усыпана. Усыпанная. Она усыпана просто. Ну это значит, место тут такое шикарное для них. Видите? Вот сколько яблочек. Вот это то деревце, которое я показывал уже. Вот они, да? Вот они, шикарнейшие. Шикарнейшие яблочки. Смотрите. Класс. Они висят, не обваливаются, ничего. Вот они. О, как красиво. Вот отсюда. Вот отсюда как красиво. Смотрите. Класс. У меня восторг вызывают только такие виды. Ну и вот последняя яблонька. В прошлом году это было видео у меня. Я снимал, как в конце августа зацвела яблоня. Так. Вот. Сколько у нас тут получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 яблонь. 8, 9. А, 8 яблонь, 2 груши. Нет, 9 яблонь, 2 груши. Также есть смородина. Вишня, по-моему, кусты. И жимолость. Ну, просто вот шикарный сад. Классно. Молодой, и уже столько яблонь, да, приносит. Как дальше, конечно, он будет расти. Ну, я думаю, все будет прекрасно здесь. Ну все. Всем удачи. Всем пока.